друзья, добрый вечер. Сходила на рынок, приобрела вот такую пряжу, пряжа больших бухтов. С бухты получилось два таких клубочка. И начала я вязать шарфик. Шарфик у меня вот такая вот резиночка. Резиночка 60 петель. Здесь идет лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Набрала на вязальные спицы. Вот у меня здесь две спицы. Набрала на них 60 петельчик. И начала вязать шарфик. Длина шарфика у меня будет 1,5 метра. Снизу я планирую сделать кисточки. Вот сейчас провязываем одну изнаночную, одну лицевую. Одну изнаночную, одну лицевую. Дошли мы до конца ряда. Теперь мы переворачиваем наше вязание на другую спицу и провязываем дальше. Первую петельку мы снимаем. Сняли первую петельку, вторая лицевая, третья лицевая, четвертая лицевая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15. Так мы до конца ряда провязываем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот у нас идет ровное вязание. Резиночка 1 на 1. Дальше у нас идет изнаночная, потом идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы до конца ряда провязываем наши петли. Дошли мы до конца ряда. Вот мы довязали до конца ряда. Получилась у нас такая аккуратная резиночка. Это начало шарфа. Друзья, подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорых встреч в новом видео.